Под давлением пандемии находятся все сферы жизни горожан. По новым правилам приходится играть и спортсменам. Некоторые из них готовы тренироваться буквально на улице ради поддержания спортивной формы. Ой, вот он, хоть что-то научился. И так Площадка под открытым небом теперь это главное место для общения и тренировок баскетболистов Десногорска. После закрытия спортивного зала на период пандемии молодые люди решили продолжить тренировки, которые порой проходят в весьма спартанских условиях. В последнее время мы тренируемся только здесь, потому что все залы закрыты. Мы давно не тренировались с тренером, но пытаемся как-то прогрессировать. Конечно, тренировки на улице не заменят нам зальных, но все же мы не теряем время впустую. Видя, как пандемия меняет привычный мир, приходит и новое осознание этой болезни. И требуемые в людных местах маски и социальная дистанция уже не кажутся чем-то странным или неудобным. Раньше коронавирус казался какой-то шуткой, и люди не воспринимали это всерьез. Но когда люди стали умирать, отношение к коронавирусу кардинально изменилось. Спортивное расписание изменилось и у юных футболистов. Максим Назаров занимается футболом около 6 лет. Нынешние тренировки, подпитываемые в основном энтузиазмом, у него проходят с маской в кармане. А предстоящие футбольные баталии его ожидают только в компании друзей на поле под открытым небом. У нас должны быть соревнования незапланированы, но мы должны поехать в Рослов, там в Смоленск. Но так как у нас пандемия случилась, мы никуда не едем. Импровизированные тренировки проходят, пока позволяет погода. Ребята надеются, что действующие запреты скоро отменят, и они продолжат занятия в относительно прежней форме. Надо постоянно тренироваться, а в условиях коронавируса это очень сложно сделать. Я сам бегаю по тропе, чтобы поддерживать свою форму, но все равно это не дает должного результата. Так что нынешние условия становятся в том числе поиском хобби или новых вариаций старых увлечений. Но главное, что занятие по душе помогает легче пережить затянувшиеся испытания под названием коронавирус. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.